Сегодня мы знакомимся с программой, которая делает скриншоты. Одна из самых лучших программ, которая мне больше всего нравится, это экранные ножницы. Официальный сайт этой программы userprograms.com. Там много различного программного обеспечения, но мы сейчас остановимся только на экранных ножницах. Есть 32 и 64 разрядные версии этой программы. Эта программа позволяет снимать скриншоты и сразу же сохранять их в файл. Причем эта программа не требует установки. Просто распаковывается портабельная версия куда-то, а на рабочий стол делается ярлычок. Настройки этой программы очень простые. В первой вкладке «Параметры программы» там есть возможность запускать при старте компьютера, выбрать язык и горячие клавиши для выполнения скриншота. А вот вторая вкладка меня больше интересует. Здесь есть настройка сохранения скриншотов. Вот, например, первое, путь для сохранения скриншотов. Выбрали DTEMP скриншоты. Второе, это загружать скриншот на сервер. То есть мы сможем поделиться ссылочкой на наш скриншот. Так как мы не будем ни с кем делиться ссылочками, то мы галочку «Сохранять на сервер» снимем. Посмотрим, как эта программа работает. Нажимаем Ctrl-O, то есть горячую клавишу для выполнения скриншота. Появилась подсказочка и затенился экран. Теперь мы выделяем область, которую хотим сохранить. При нажатой клавише Shift мы можем водить мышкой по экрану, и будет рисоваться линия. Далее нажимаем Enter, и файлик сохранился в папочку, которую мы прописали в настройках. Вот, можем его открыть, посмотреть. В результате мы получили скриншот при минимальных телодвижениях.